Итак, друзья, зовут меня Алексей Беляев, я коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Сегодня мы будем с вами говорить о поведении верхнего в закрытом гарде. Очень много курсов и техник вы найдете из закрытого гарда на ютубе, очень много способов проходов закрытого гарда и так далее. Но давайте попытаемся объединить в некую концепцию поведения верхнего в закрытом гарде. Мы посмотрим, как правильно держать осанку, как сохранить осанку. Мы посмотрим, как правильно вставать для того, чтобы пройти гард. Мы посмотрим, как проходить гард, не вставая. Мы посмотрим, как не попадать в закрытый гард и как противодействовать основным атакам, или, я бы сказал, даже основным направлениям атак, которые ваш соперник будет пытаться привести из закрытого гарда. В принципе, этот курс одинаково полезен и для тех, у кого уже достаточно широкий арсенал атак, техник в закрытом гарде и в закрытом гарде сверху в том числе. Этот курс будет полезен и для тех, кто совсем не имеет никакого арсенала и полностью теряется, попадая в закрытый гард. Этот курс поможет вам собрать все имеющиеся у вас технические и тактические пазлы в единую стройную мозаику, да, свяжет все воедино и покажется наиболее понятной системой, готовой к применению. Мы рассмотрим, что работает, почему не работает, какие-то маленькие детальки, которые могут стать ключиком для тех техник, которые вы знаете, но они у вас почему-то не получаются, или стать ключиком, закрывающим какие-то техники, которые ваши оппоненты могут на вас безнаказанно проводить. В первую очередь мы будем говорить о безопасности верхнего. Работа верхнего в закрытом гарде – это не только проходы, это не только работа на проход. Эй, вставай, проходи и так далее. Нет, это целая система, это осанки, это положение ног, это положение рук, это положение корпуса, углы, повороты ротации в позвоночнике или их отсутствие. И это то, что мне, старому больному человеку, помогает себя вполне комфортно чувствовать в борьбе с молодыми и сильными, такими вот, как вот этот молодой человек, Александр Дукалис Смеловский, человек, который прекрасно ассистирует и имеет синий пояс по ассистированию.